Альоночка, привіт. Привіт. Я довго ходив і шукав саме романтичне місце, щоб тебе в нього відвезти. Заходь, подивися, яка красота. Боже. Людина така, що, знаєш, от інакше, ніж людина сонця, його не назвати. Просто фантастика. На шестисотках робить 170 літрів вина за сезон. Причому я пробував, вино фантастичне. Єдина мрія хоче другий поверх. Вишка не повертається в язик просто сказати. Капітанський мостик може, але воно якось теж запримітивно по відношенню до нього звучить, тому що таке враження, що він, от, знаєш, говорить по поезії. Смотрова площадка для романтика, так? О, пішли, сонечко, я би зараз... Ой, та тут... Поможу туди забратися, я, звісно, не полізу, тому що, самі розумієте, а он сюди піднімається? Набагато приємніше провожати і зустрічати сонце з такого ракурса, який я собі вибрав. Ну, здесь все нужно сносить, здесь печально, но очень романтично, очень. Есть старое кресло. Вино є, подивіться? Я очень люблю, вина нету. Мені по блютусу все ти передала, я зрозумів. Шибишек там на другому поверсі. Да, да, іменно. Альоночка, навіть нічого не буду питати на рахунок планів, тому що знаю, що вийде феноменально. От для тих, хто не пам'ятає, Альоночка Нарбах-Власко. Людина, яка створила просто потрясний дизайн в стилі Вінички Єрофєєва, газетний дизайн. Зразу собі засоціюєте. Дякую, Альончик. Приступай. Я пішов. Управлять. Первое, что мы сделали на этом объекте, это снесли верхний этаж. Было очень вынесено много дерева сгнившего. Домик был сооружен из всего, что мог найти хозяин. Оконные рамы, доски, все разнокалиберное, разного размера, разной формы. Ну, в общем, все это благополучно снесли. Верхний домик снесли, и у нас осталось только кирпичное строение внизу, которое мы трогать не будем, поэтому мы его просто усилим и сделаем из него основу для верхнего деревянного домика. Усилить домик этот нужно, нужно сделать армопояс. Если усилим, то надежнее будет держаться верхний дом. Несмотря на то, что выглядит это немножко страшно, сделано, в принципе, грамотно. Мы можем видеть с вами горизонтальную гидроизоляцию, которая отсекает капиллярное поднятие влаги из грунта и не дает нашему кирпичу мокнуть. Сама кладка выложена на известковый раствор, а известковый раствор с кирпичом очень хорошо взаимодействует. Оба материала капиллярно активные, то есть они очень хорошо распределяют влагу по всему объему. Поэтому наш кирпич остается сухой, служить он будет гораздо дольше, если бы он лежал на чисто цементном растворе. Уже вымытые швы, тут ничего страшного также нет, мы их расчистим и отреставрируем. Сверху у нас будет идти деревянная надстройка, каркасная, она передает точечную нагрузку. Для того, чтобы наша кладка не развалилась под нагрузкой нашей надстройки, мы выполним монолитный пояс железобетонный. Он позволит нашу нагрузку распределить по всей кладке равномерно. Первое, мы устанавливаем опалубку из деревянных щитов. Так как у нас кирпичная кладка старая и очень неровная, мы запениваем все пустоты для того, чтобы наш бетон просто не вытек. Вторым этапом мы армируем наш монолитный пояс арматурой. Следующим этапом мы бетонируем наш пояс. Так как объем бетона маленький, мы готовим его на строительной площадке. Нижнее кирпичное строение усилили за счет армопояса. Он залит по периметру всего здания, и по периметру всего здания лежит маурлат. Здесь будет находиться лестница, и здесь нужно жесткое основание, поэтому здесь залит ленточный фундамент. И под столбики террасы тоже залит точечный фундамент, чтобы поставить надежную террасу верхнюю. На ленточный фундамент мы установили столбики сечением 100 на 100, для того, чтобы здесь расположить лестницу. Под террасу мы поставили металлические столбики, так будет надежнее, но мы это декорируем дерево, и таким образом все будет выглядеть в одном стиле, и будет все деревянным. Верхний дом у нас тоже будет деревянным. Каркас собран из брусьев, внешняя часть будет зашита блокхаусом, а внутри домик будет зашит вагонкой.
дизайне домика, в частности экстерьера, я использую несколько цветов. Но эти все цвета очень природные, но как бы разноцветно все смотрится и так весьма сказочно. Именно поэтому я выбрала битумную черепицу, она придает домику еще больше ажурности. Обшивка дома блокхаусом уже почти закончена, осталось совсем немного. Это маленькая терраса, там большая. В таком же плохом состоянии я нашла вот эту ногу под столик. Она была полностью ржавая, и я это оформила битой посудой. Посадила это на плиточный клей, затру швы белой затиркой для плитки, и получится замечательный кофейный столик в центре со свечами. Поскольку это выход на главную террасу, хотелось бы, чтобы был красивый вид. Мне не хотелось бы к этим усиленным блокам здесь перемычку, так как это должны быть распахивающиеся двери, и перемычка не должна мешать обзору. Фасад дома покрыт лаком с добавлением голубого пигмента, и домик получился такого небесного цвета, но при этом выявлена фактура дерева, и блокхаус выглядит весьма натурально. Террасу мы установили на металлические опорные стойки. После стойки декорировали деревом и прокрыли лаком. В данном проекте была задача сделать лестницу с наименьшим шагом, то есть чтобы было комфортно подниматься пожилому человеку. И, в общем-то, с этой задачей справились. У нас высота ступеней 15 сантиметров, она достаточно пологая. При этом ее пришлось завернуть в три марша, ну, чтобы поместить ее компактно в этом вот квадрате. Лестницу мы намерены вскрыть лаком по той причине, что она у нас открыта, и ее, безусловно, нужно защитить. Аленочка, привет. Привет. Я бачу, получилась каскова, хатка для каскового дедуся. Мы вообще не трогали первый этаж, мы его только немного привели в порядок по фасаду. Ну вот и эти блоки я просто разрисовала, потратив на это там 3 часа. Имеем такой витраж. Боже, я таку лавочку колись з парка свизну. Кладу руку на серце. Да. Да, з політехнічного. Так ходив коло неї і підняв навіть то, що підняти не міг. Ми тут на нього знайшли, у нього були повністю згнивши сидіння, поэтому поміняли, покрасили. Вот. Столик, блін. Це теж згнивша ржава нога, покрашена, приділений піднос, уложена битою посудою. Мастер по гнілі. Ну, честно говоря, царские сходы такие тоже сгнившие были, нет? Нет. Это свежая доска, это бук. И дуже зручний хід. Да, конечно, когда ты поднималась по тій стрімкій драбині, то було цікавіше за тобою йти. Зараз нічого не видно. У нас 2 тераси. О май гад! Ти капітанський мостик виглядає настільки комфортним, що він, як вийде сюди один раз, я думаю, на низ він буде дуже рідко сходити, хіба набрати собі вина. Наступну партію. І такий, знаєш, скромний натяк на те, що тут гостей не має бути. Одне крісло, один стіл. Так, да, все мінімально. Сидиш, п'єш чай, кофе, можна віно. Тут, ой, йолки, який флюгер там, ти що? Тут тренд сезону, флаг на криші. Ну і, собственно, цим же орнаментом я доповнила пол. Бачу, офігенні перила і всі різного кольору. Ну, це ж так, щоб сказочності придати. Я вже бачу його посмішку, коли він сюди зайде. Давай, ще в кімнатку, може, пару слів. Давай. Ну, мені, як старому моряку, знаєш, найбільше подобається те, що от коли там дощ, ти можеш не закривати двері, сісти собі на диванчик і будеш мати свіжість природи, да? Да, відчувати той дощ і не будеш мокнути. Було ж бажання отсюда, з верху того сарая, який внизу, красиво наблюдати за дождем. Домик я весь обшила вагонкою і її оставила свіжою. Тобто вона з часом там почне желтіти, де-то сосна буде плакати, ну, течь смола. А от тут от зробила таку вінтажну стінку, як я, собственно, люблю використовувати стару доску. Тут є доски, з якої була построєна та верхня пристройка, яку ми приймали. Тут у нас стара доска, як прошлое, а там вот будущее, там восходит солнце. В этот интерьер мы вписали такой вот ящик тоже из советского конструктивизма, решетка внутри, то есть это вот так вот ездит. Ага, ездит вот так. Да, то есть можно поднять и увезти с собой на террасу. Блин, ящик еще тоже совковый. Да. Я помню, по-моему, молочные бутылки возле. Да, помещаются отлично винные. Прекрасно, да. Тут еще отлично вписалась картина, сделана нашей Лесей. Я думаю, что дедулька настолько вот розвине своє тіло, дякуючи тому от надбанню, що він буде з ним виїжджати по сходах наверх з дзвінцом. Альончик, ми любимо завжди так підсумовувати якось в стилістичному плані, як би назвати то, що наваяв твій
розум и их руки. Я не думала о каком-то конкретном стиле, не думала, как это вообще подытожить, но строила избушку сказочную, с резьбой. Но учитывая то, что внизу у нас стеклоблоки, эпоха, как, да, как советский конструктивизм, а наверху современные материалы, экологичные, эко-стиль вагонка. Конструктивизм. Здесь у нас винтаж. Поэтому, да, такая эклектика, смесь стилей. Ну, вот важно сделать эклектику разумной. Враховуючи те, що мав бути капітанський мостик для старого такого бувалого капітана, назвем твій теремок «Піратський корабль Еклектика». Альоночка, ну я настільки перейнявся тою атмосферою піратського корабля, що от на правах капітана-пірата, знаєш, як поступають з тими людьми, в кого ограбили корабель? Як? Їх спихують з мостика. Так що, сонечко, давай лучше сама з мостика піди, щоб я тебе акулом не скормив, а я почекаю нашого Джонні Деппа. Хорошо, удачно тебе, здачі. Дякую дуже, красота. Каждый человек должен, когда он уставший, чуть-чуть подняться выше над землей. А где у меня это был балкон? Да вы что, ребята? Не может быть. Емельянович, заходьте на корабль. Емельянович, юного Кузьма приветствует вас на пиратском корабле. Дозвольте пожать руку капитану. Я дуже радий вас бачити, вашу посмішку. У мене після вас не сходить вона. Все, Емельянович, маємо для вас дещо новеньке. Сучасна, компактна електрична поверхня. Має дві зони нагріву, велика і маленька, так що... щоб швиденько приготувати собі смачний, дачний Ребята, обід. Піраміда техніка в центрі кухні. Фінді, все залишається людям. Прахнуть в землю. Душа розпочинається для всіх. Ви такий подарунок зробили, хлопці, да ви що? Хлопці. Щоб ви ніколи не знали, що таке печаль. За що таке щастя? За те, що ви людина сонця, Емельянович. Вперед! Скільки ж тут труда людського, Господи! І тут виноград. І мої бивші. Нас Альонка, принцеса гнілі, все згнілі, перетворив квіти. Гнилі дошки, а це ж нове. То минуле життя. Старі доски, такі, знаєте, вже то, що пережив. Різне було. Якась доска ліпша, якась гірша. Там, от ваше любиме місце має бути там, де будете зустрічати сонце. Там майбутнє, тут от теперішнє. Тут ви, людина, яка себе зробила сама. Скільки там квітів, і які красиві жінки ходять по цій землі. Тепер з того балкону будете бачити всіх жінок, навіть тих, що не видно. Всіх не хочу. Я хочу одну тільки, щоб вона була така, як я хочу. Шукав мужик ідеальну жінку, і він каже, ну що, не знайшов? Він каже, та знайшов одну. І каже, і що? Вона шукала ідеального мужчину. Ну йдемо на капітанське крісло. Пішли. То є єдине крісло для єдиного господаря. Все, сюди навіть нікого не пускати. Капітан має бути на капітанському мостику. Всім постороннім вхід В. Здравствуйте. Как я тебе благодарен? Я благодарен за твою головку, за твои руки, за твое умение понять, оценить, немножко дать. Я люблю вас. И так, чтобы вы эту любовь дали другим. Спасибо вам. Спасибо вам. За вас. Від попереднього героя, якому ми робили теплицю, він туди налив своє вино, так що ви на правах професора вина,
лучшего в Украине будете оценять, то подарочек вам от него. Гарбуз. Хай він буде на втіху і на здоров'я. Ти лучше голодай, чим що попало їсть. І лучше будь один, чим вместе з ким попало. А я хочу бути з вами. Тут нічого вже не додаш. Тут є прекрасна, молода, розумна, красива дама. Є чудесне вино, зроблене тими прекрасними руками. Ну, а мені дали гарбуз. Не лишається нічого інакшого, як йти на наступну дачу. Лишаю вас двох. Щасливенько. Не уходи от меня, хотя бы сегодня. Якщо вам сподобалося то, чим ми тут займаємося, якщо вам сподобався цей сюжет, ставте лайки, коментуйте і дивіться наступний. Заходьте з нами на дачу, з нами точно не скучно.